Там лошадки смотрю. Так мы туда и идем. Сейчас мы выпьем копейку. Вот такой барчик. А куда они побежали, лошадки? Так, хорошо. На круизе кофе никакое. Чай тоже фу. Ну, это так всегда, это везде так. А вот мы сейчас в баре кофе выпили, и все, взбодрились. И сейчас будем гулять. Мы должны вернуться на корабль, желательно где-то 3:30. Нас привез автобус специальный. Ну, конечно, не бесплатный, но специально. Специальный, в общем. Это Зара у них такая красивая. Ага. Капец. Бомжара какая-то. Тебе не смешно? Бомжара. А в Заре есть какие-нибудь вещи? Есть, конечно. Мы находимся в Пальма де Майорке, это Каталония, ну, здесь на каталонском говорят остров. Идем по такой торговой улочке, гуляем. И следующая остановка у нас какая-то будет техническая, то есть мы никуда не будем выходить. Завтра. Но мы сейчас запишемся в сауну. Там Ильяс там пойдет в аквапарк с Лехой. К сожалению, это на борту вообще не ловит интернет. Лёшу заставили работать до последнего, даже не дали ему перед отпуском даже выходной. И он, бедолага, не успел подстричься. И вот мы сейчас решили, надо ему подстричься. И еще в течение путешествия надо Лёху одеть. Ну вот потому что тоже из-за этой работы, которая, ну, абсолютно надо ненормально, мы никак не могли съездить его одеть. Так что вот у нас такое в планах. Надо посмотреть, сколько времени. Там нам до 3:00 надо все успеть. Так, одно дело сделано. Леху подстригли. Подстригли. Да. Теперь им надо в магазин, и тебе надо что-то подобрать. Сейчас Леху надо одеть. Смотрите, тут картинная галерея. 790 вон. Такая маленькая, 140 евро. И ведь кто-то покупает это. Да,
везде булочки. А у нас там тоже на завтраке столько разных булок. А сюда ничего не зайдешь? Ну так там же футболки, наверное, будут. 4 евро футболки. Да пошли купим хотя бы просто ходить.